Груженный цементовоз завис над обрывом. Водителю удалось выбраться из большегруза, а пассажир был зажат в кабине. Сначала спасатели закрепили зависший автомобиль с помощью троса. В это время 29-летней женщине, которая находилась в кабине, сотрудники скорой оказывали помощь. Ее деблокировали из деформированной кабины и зафиксировали в вакуумной носилке. Из видимых повреждений у женщины был открытый перелом руки. Для дальнейшего обследования жительница Владикавказа была госпитализирована. Водитель получил незначительные повреждения и в госпитализации не нуждался. Причины ДТП уточняются.